На нашу почту приходят со всей округи. В прошлом году отделение почтовой связи на улице Советской, 52 в Голицыне, еще было в ремонте. Теперь здесь светлые и комфортные помещения и удобная навигация для жителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел обновленное отделение, на обслуживании которого находятся 10 тысяч человек и 15 организаций. Насколько я понял, основной, это, конечно, посыл. Основной, зачем сюда приходить? После ремонта обновилась клиентская зона, помещение для внутренней работы, персонала и входная группа. Коллектив отделения остался прежним. И сотрудники также с душой подходят к делу. Сами звонят получателям посылок и приглашают на выдачу. Отделение связи третьего класса, 2 операционных окна по обслуживанию населения, 3 доставочных участка по обслуживанию населения на дому, работают почтальоны. Качество работы отделения связи оценивается как хорошее. Для удобства жителей здесь расположен банкомат, есть пункты приема и выдачи товаров нескольких интернет-магазинов. После ремонта почтовый офис стал современной площадкой для посетителей и комфортным местом работы для его сотрудников. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».